Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я топ-лидер номер один в MLM-компании. Я хочу в этом видео задать тебе вопрос, а хочешь ли ты стать топ номер один в своей MLM-компании? Так вот, я открою тебе секреты, как это сделать. Итак, сначала ты должен сделать выбор. Кто ты в этой жизни, исполнитель или лидер? Путь исполнителя – это путь того человека, который привык только исполнять указания, которые дает ему лидер. А вот если ты лидер, то ты привык вести за собой людей, вдохновлять их. Ты привык давать им указания в хорошем смысле этого слова. И ты просто делаешь то, ради чего люди готовы идти за тобой. Конкретный пример – Стив Джобс. Он не особо разбирался в программировании, но он знал, куда он ведет людей, он собирал грамотных специалистов, и за ним шли эти люди, и в конечном итоге он достиг конечного результата. Лидер – это тот человек, на котором заканчиваются проблемы и начинаются возможности. Итак, если вы понимаете, что вы сейчас играете роль исполнителя, и вы расслаблены, вы делаете только то, что вам говорят, но вы хотите стать лидером, то вам нужно в корне поменять ваше поведение. Вам нужно взять на себя ответственность, раздавать полномочия, делегировать, ставить цели и просто действовать. У каждого лидера должна быть своя миссия. Например, моя миссия – это улучшить качество жизни людей, научить их жить по-другому, почувствовать кайф от этой жизни и научить их помогать другим людям. Так вот, когда у вас стоит целью миссия, то вы эту миссию передаете своей команде, своим людям. Обязательно создай команду. Команда должна состоять из различных по социотипу, по психотипу людей. То есть люди должны как бы дополнять друг друга. Кому-то нравится делать одну работу, кому-то другую. Тебе нужно правильно распределить обязанности между этими людьми. И у вас должна быть общая миссия, и вы должны быть объединены общей ответственностью и ставить четкие одинаковые цели и идти к ним тоже одинаково ногу в ногу. Итак, лидер собирает команду, и у каждого члена этой команды 100% ответственность перед тем, что он делает, и перед самим собой. Лидер должен направить их по одному вектору, чтобы они вместе шли к определенной цели. Вот это задача лидера. Поэтому я предлагаю прямо сейчас стать вам настоящими предпринимателями, сильными лидерами, а не обычными сетевичками. Мне бы очень хотелось узнать точку зрения каждого из вас на эту тему. В комментариях, пожалуйста, оставляйте вопросы, пишите то, что вы думаете по этому поводу. И мы с вами можем, конечно же, пообщаться. С вами была Елена Коваленко. Ставьте лайк, если видео вам зашло. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока.